Всем привет, с вами Марина Сель. Яна Рэй. Вместе Double Explay. Мы проходим сегодня крепость страховую. Страховую, да. Вот отсюда страховая. Пошло слово страховая. Да. Смотрите, как здесь страховая. Здесь очень... Действительно, название штуки оправдывает. Вообще там написано «Крепость страхов», то есть это, наверное, ну, какое-то название, город, без понятия. Аптека. О, мы можем увидеть перед Ларки. Давай ее получше рассмотрим, она у нас такая красотка. Вот здесь мы ее фотографировали, потом печатали. А музыка какая-то порнографическая пошла, по-моему, нет? В общем, здесь надо прыгать на контейнеры. Так, ну я думаю, что здесь мы только вот прыгнем. На... Ну, да, здесь только этот и есть. Подожди, а был же ролик с какой-то штукой, которая там ездит поверху. Она где? Она почему-то не ездит у нас? Или она уже уехала? Слушай, а куда ничего? А что делать тогда? Она же уже уехала. В смысле уже уехала? Куда она могла уехать? А что делать? А в смысле, подожди. Ой, а сюда, наверное, надо? Чего? Или что? Подожди. Нет, вот на этот я контейнер, поняла, что блядь. На этот, просто к тому, что... И что? Слушай, а может, надо что-то активировать, опять какой-нибудь рычаг, чтобы она ее обратно увезла? Интересная ситуация в купе, конечно, я ничего не поняла. Вот кондиционер. Ну? А как мы должны на эту-то махину запрыгнуть? Ларка, она соображает, нет? Ты вообще думаешь, Лара, как ты собираешься? Может быть, реально нужно обратно как-то отмотать этот контейнер или что? Мы сейчас просто башкой в стену, охуенно. Так а как я на него прыгну-то? Чё? Давай поищем какие-нибудь рычаги, наверное, нужно до того, как он опустится. А так, если что, мы просрали. Вообще. А как быть-то получается? Значит, просрали. Мы просрали игру, блядь. В смысле? Охуенно. Потому что этот контейнер, кран должен был куда-то увезти, но он его уже увез. Он должен... Понятно. Был его увезти, а мы должны были успеть прыгнуть. Значит, здесь есть какая-то хертень, которая может его обратно отхуячить. Что странно. Не, все равно не может такого быть, что тут на время, и потом никак больше нельзя. Это же как-то очень странно. А подожди. А какого я просто к двери подбежала. Я подбежала к двери, оказалось, я думала, что мы уже посмотрели это говно 100 раз. А потому что это было к двери подойти, понимаешь, что только ролик сука, только вот срабатывает. Это пизда дверь. Ролик срабатывает только когда... Мы же ходили здесь, реально. Ну, тут-то я не подходила. Это сейчас, точно, это... сейчас его заберет, да? Да, это просто какая-то пизда дверь. Вот иначе не назвать. Да? Классно. Заебись, заебать. Давай. В принципе, Анна, я сразу... Только, пожалуйста, не надо на нее теперь. Сейчас обратно поставит, все. Ну, прям... все будет приколюха так. Во, нормально. А он, походу, обратно поехал. Ну, мне уже это как бы пофигу, потому что я все равно уже успела. Так, и сейчас смотрю. А что, а теперь куда? Так, смотрю теперь. Смотрю, значит, что происходит. А он туда его нес. Мне просто... А слушай, подожди, а где он вообще? А где он вообще? Вон он. То есть по трубе сейчас, наверное, как-то, да? На какой трубе? Вот туда прыгать просто надо еще. Пока тут не страховывают, по пока трубе. Просто непонятно. По трубе прыгать просто. А надо прыгнуть? Ну это же Ларка, да. Думаю, да. Я думаю, что так вот и по... У нас какой-то дебил что-то сверлит. Ну, наверное, слышите. Значит... Я не хочу привлекать к себе. А поэтому ты не можешь подожди, переесть. А что он, женщина, что он тогда что делать? Ты? А, ну попробуй еще раз. Это как-то максимально странно. Тогда, может быть, надо как-то на трубу залезть? Вот сюда, например. И идти по трубе, что ли? Нет, тебе нужно перепрыгнуть на вот эту платформу, нахера. А. В чем проблема Лара? Она же всегда могла прыгать. Кстати, мужик. Понятно, так, а теперь что? Теперь, наверное... В какие-то двери, наверное, надо пытаться. Надо идти вот сюда. Так, спускаемся. Так будет намного быстрее. Ну, собственно, и что дальше? Что ты видишь там дверь? Вот там какая-то зеленая дверь, мне кажется, сейчас пойду. Вообще ей, по идее, нужно спускаться туда вниз каким-то образом. Но она не хочет привлекать внимание, а там внизу у нас охранник. И? Это был какой-то смысл? Так мы, наверное, не сможем войти. Тут видишь какой-то типа кодовый замок. Ну да, то есть нам нужно сначала убить охранника. Короче, это, видимо, как бы попасть в эту дверь надо. Но там на той стороне еще одна была. Так, здесь есть лестница еще наверх и вот эта дверь. Сейчас сначала вот в эту дверь зайду. Там что-то ей нужно будет каким-то образом двигать, какие-то контейнеры. Да, я еще помню, был такой момент, когда ее... Она что-то стояла под какой-то штукенцей, ее придавила контейнером. Ну, у нее пока ничего нет, а, хотя то есть подожди. Здесь она смогла, а почему там не смогла? Может, смогла бы. Просто не подходила к этой штуке.
И... Так, я зашла в другую. А вот там мужик... Чё сказал? Блин, хуя себе! Погоди, чего? Я ничего делать не успела, в принципе, просто. Это... Так, подожди, сюда лучше пока не соваться тогда. Почему? Нам туда именно и нужно. Да, очень интересно. То есть, получается, она выходит, ее сразу просто начинает убивать. Да блин, надо было сохраниться-то там уже. А кто же знал, что мужик-то выйдет? В окне, блядь, каком-то стоит там. Действительно, да. Дебил в окне. Так, а как этого чувака убить, непонятно, потому что он ведь такой быстрый. Не палиться. А как не палиться? Она, в принципе, вышла. То есть ей все-таки нужно туда выйти? Да, ей нужно туда выйти и, наверное, может как-то встать под дверь или что. Угу. Незаметно как-то к нему пролезть. А может офиг... Да посмотри, их там три штуки, а мы как их убивать-то будем? Нам нужна, наверное, пушка получше или что-то нам вообще нужно здесь. А как мне его убить? Она даже не смогла на него сфокусироваться-то, можно сказать. Как-то незаметно по стелсу. А как? Подожди, а как я незаметно по стелсу? Так ее еще и дверь... Ну все. Аккуратно теперь, вот не пались вообще, не пались. Просто она, видишь, она выбежала сразу, а тут, наверное, слепая зона была. Так, ладно, что? Ну да, действительно, здесь под... Ну, знаете, а пока, слушай, а как же ее сворачивать? Какой кнопкой? Ой, а надо набычиться и катерыл. Подожди, стоим. Тихо, подожди, ты давай вот лучше... Жопой отвернулся. Так, сейчас, подожди. Подходи. Как... Подходи. Так, ну, тихо. Он сейчас ведь не жопой повернулся, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Стой. Тихо. Нормально. Там... Вот это красиво вышло, ох. Ветер так и будет. Ой, старость и радость, да. Так. Пушечку, может, выбрать ее, а что делать-то? Так, здесь что-то надо делать сейчас, сохраниться сначала. Самое важное — сохраняться, все время сохраняться. Так, здесь нужно что-то делать. Подожди. Надо ли что-то здесь вообще делать? Смотри, вот здесь вот какие-то телефоны. А, ну просто один рычаг активировать, спуститься вниз, собаки. А, нет, охранники. Чего собаки? Ой, нет, я прочитал. Двух бродящих здесь написано. Мак Вега. Вот выбери это. Вот смотри, стоит стул, да? Он очень мешает, потому что его никак нормально это не обойти. Это пиздостул. Да, его вообще никак не обойти. Давай. А ничего, что я тут у вас ха-ха-ха что-то делаю? Интересное такое. А что мы, собственно, сделали? Смотри, а мужиков там много, может быть, Ларка была права. То есть мне показали, что мне нужно именно туда. Походу. Ларка, наверное, была права, когда сказала, что не нужно привлекать внимание. Может, убивать-то их вовсе не нужно. Вообще там. Ну, по идее, конечно, да. Потому что, представь, вот, ну, если она начнет у всех, если начнет палить тут, то, соответственно, все ее увидят. Так, смотри, здесь что получается? Ага, мужик, смотри, мужик, да? Угу. Так, ну, сначала что-то надо вниз, наверное, да? Посмотреть там, что есть. А может, все-таки к мужику, а? Или что? Блять, их там два! О, слушай! А может их как-то... Беги отсюда, беги от них! Беги, блядь! Я сейчас слепошарый, что ли? Подожди, куда беги-то? Подожди! Я не знаю, ну куда-нибудь. Мне же наверх надо. А что там лежит? Нет, посмотри, что вниз там написано. Подожди, смотри, они сейчас ее сверху увидят и запалят. Их просто убить надо было. Я же тебе говорила, не, их надо... Их надо просто было, знаете, просто подойти и в лоб так расстрелять. Да, пушечку-то взяли хорошую. Тут реально, я тебе говорю, здесь... Просто они ее снизу, сверху, снизу, и сверху, и снизу ее просто убьют, поэтому надо... Так, здесь нужно как-то настраивать на них, или да, она сама? Она вроде как сама целится, но это... Так, давай. Но это не точно. Беги, баба! Что это, помнишь, который шептуна тут распустил? Что такое, пушки? Оружие закончилось! Быстрее! Быстрее, Лара, быстрее! Так ты представь, это знаешь, так, срочно здоровье. Так, срочно большую, да, и маленькую. Давай вот эту. Среднюю. Надо было. Да какая разница? Так, подожди, у меня очень мало пушки вообще. Ну, а у них, смотри, вверх у них броня. А у них нету, ничего не выпало, что-то здесь выпало. Здесь что-то выпало, да, вот здесь что-то было. Ой, вот какой-то патроны, у него тоже может выпали. Короче, здесь очень трудные чуваки, потому что, да, патроны. Это, наверное, тот самый. Ну, ведь я сколько вырядила патрон-то, а ничего, собственно, и не получилось. То есть на одного мужика 30 патронов ты потратила? Так, здесь где-то должна быть мега большая лестница. Вон она, я. Да, но нам нужно спуститься вниз и посмотреть, что у нас, собственно говоря, там еще есть. Бычит, Ларка, бычит. Она может... О, на разгоне хорошо, кстати, разворачивается. Бычит! Ларка, молодец! Гоночная машина, Ларка, у нас. А внизу еще два шептуна ходят. Слушай, чего? Подожди. А может нахер надо это? Слушай, да, я думаю, что не надо действительно туда идти, потому что мы снизу их никак, сверху их никак не убьем, а они нас убивают сразу. Поэтому я думаю, что
скажем дружно, так убили. Так, мы всех убили. А, ну дверь я не открыла, ну ладно. Вот это очень длинная, то есть, а там точно вниз не надо? Ну, вообще здесь написано. Типа убейте двух охранников, а зачем, не знаю. А как я их убью? Ну, внизу тоже можно походить, там какие-то трубы, там, по-моему, рычаг какой-то был. Что-то там тоже надо делать. Так, ну сейчас будет очень длительное, может быть, они когда сами помрут? А, длительное поднимание по лестнице, очень длинная лестница, очень длинная лестница. Очень плохая музыка. Да, музыка здесь так, довольно-таки плохая. Так, надеюсь, что? Мы лезли сюда не зря, нам не придется сейчас туда-сюда обратно спускаться. Да, интересно. Здесь, здесь вот здесь нужно было куда-то, как говорится, прыгать, вот на что-то это прыгать. Почему? А пройти не получится, нет. Может, здесь надо куда-то было прыгнуть, я не помню куда и вообще. Подожди, а нужно ли это сейчас было? Так. Там какая-то внизу лестница и, возможно, какой-то переход куда-то. Так. Ну, у меня такое ощущение, что это будет закрыто и все. Ха-ха. Ну, вообще, ей показалось, что ей нужно вот сюда, собственно говоря. Подожди, смотри. А ее подвинули? А чего? А куда ее двигают-то? Или это кабина от ее веса просто взяла и пошла? Так, ну, куда-то поехали. Поехавшая. Просто Лара... Поехавшая. Мы что-то сломали. Да, мы что-то ломаем. Крушить, ломать. А, камеру, что ли? А что она сделала-то? Ой. Сейчас на башку кому-нибудь приземлиться. Пулеметы! Да это пулеметы были, что ли? Слушай, так ее пулеметы, наверное, и убивали. Вон оно что. А теперь я смогу спокойно. Теперь я смогу спокойно спуститься вниз вообще без всяких там. То есть подожди, то есть мне в принципе не нужно было вообще сюда заходить. То есть она сделала это всю силой мысли, так интересно. Да. Очень любой этот человек просто подошел, а тут такое. Ну хорошо, теперь, как я понимаю, я могу, собственно, идти спокойно вниз. Ну потому что смотри, мужики так быстро не убивают. Лара, да успокойся. У нее же была такая хорошая пропрыжка, она сломалась что ли у нас? Боковая пропрыжка. Я просто здесь не выйду сейчас, я не знаю, как тут выйти. Видишь, тут какой выпит? Ой. Ларка, ну ты, блин, вообще. Ой, здесь лучше так не надо. А смотри. Вот здесь можно немножко разогнаться. А теперь прямой наводкой по ебалу сковородкой. У Ларки есть сковородка. Сейчас будем пиздить сковородкой мужиков. Здесь можно в трубах полазить. Кстати, можно немножко убыстрить спуск. Смотри, смотри, это будет, конечно, очень рискованно. Отпусти, отпусти эту руку. Вот. Ну, довольно можно сделать так. А можно еще и вот так. Да, блин. Да кто сверлит-то? Так, теперь вниз. А там у нас шептуны. Какие шептуны? Два мужика шептуна. Ну, они шепчут что-то. Я вообще не вижу никаких шептунов. И не слышу. А они не будут... Ты их услышишь только, когда ты будешь рядом с ними. На то они и шептуны. Как бы да. Понятно. Так, сейчас никто убивать не будет. Ну, значит, это действительно были... Я думаю, тут можно падать. Надеюсь, не помрет. Все, падай. Падла. Итак, что мы имеем? Давай пушечку сразу. Ой! А что это? Я думала, это мужики. Нет, это пулеметы. Здесь нет вообще. Подожди, никого. А ходили же внизу? Где они? Ну, не знаю. Нет, внизу никто не ходил. Здесь ходили только там, где... которых мы уже... Подожди, значит, в предыдущей локации внизу ходили. Помнишь, там... В предыдущей локации ходили к нам. Надо сейчас, наверное, в предыдущую локацию. Здесь, в принципе, ничего вообще нет. Залезть туда, пожалуйста. Нахер тогда это нужно? Уходим отсюда, да и все. Ей как-то надо перелезть теперь как-то обратно. Вот сюда, видишь? Да что происходит-то? Кто сверлит-то? Выходной, сука, день или не выходной? Выходной, сейчас не выходной. А вот здесь? Это такая... Подожди, а мы пропустили, что ли, те трубы? Да, я хочу к трубам вернуться. А это что такое? Это херотень, мы не пройдем сейчас там что-то. Надо двигать коробки какие-то, это очень нет, сложно. Понятно, я это не буду проходить. Мне просто надо понять вообще, я не туда пошла, получается. Мне надо в другую сторону двигать. Да, мы там еще не были, там тоже надо что-то посмотреть. Там уже дальше тоже крепость Страховая, но... Там какая-то херотень. Это уже другой уровень. Для меня крепость Страховая, это именно вот здесь, где... А то как же, в трубы даже не залезли. Лази, да, как Марио. Как не залезть-то?
Да не туда же нам, а в дверь. А, ну да, кстати, можно... Так, Лара, слезь, пожалуйста, тебе в дверь надо. Всего лишь вот в эту дверь. Берешь, открываешь. Каждый раз еще этот вводить надо. Мне вот интересно, откуда он у нее взялся вообще? Этот чувак, наверное, подогнал, который, помнишь, палил дом. Палил дом? Ну да, он что-то палил. А, который Ларик или там, кто там, Ярик? Да, Ларик, точно. Так, смотри. Вот они. Вот ходят. Ну, собственно говоря, смотри. А, как бы так сделать, чтобы они нас еще не увидели? Щипец. Так, здесь можно прям самый низ до спуска. А что у нас стоит-то? А там, видишь, что? А, понятно, сломанная лестница. Ну, только да, ты полезла. Ну, то, Ларка, ты... Только вот наверх-то полезла. Свалиться? Конечно. Так, смотри, значит, аккуратненько. А вот наверх мы, интересно, как залезем. Ну, это уже другая история. Вот. А может, можно их по стелсу как-то мочкануть? Что у нас? Я не знаю. Ну вот видишь, 30 штук на одного просто. Ой, нет! А вот нормально. Нормально. Еще один там в комнатке сидит. Да, погоди, я знаю, я сейчас хочу через трубу пройти. Здесь ее никто не найдет, я в трубе. О, красотка. Вот здесь я тут раз раздавила пушку другую. А у нас... Че? У нас вообще что? Че нет? Какой-то только пистолет мелкий, смотри. А. Подожди, здесь ничего нет. А подожди, во-во-во, а как так-то? В трубу лезь! Противник с позорома! Противник с позорома! Привет! Ну эти, кстати, легче как-то пошли, я не знаю, с чем это связано. Я противник с позорома. Что такое противник с позорома? Ну противник-то понятно. Не знаю, надо, чтобы кто-то, кто знает французский. Или подожди, это уже не французский, мы же в Праге. Мы же... Кто знает чешский, напишите. Что такое противник с позорома? Или это не на чешском? Я не знаю, вот там еще комнатка. А у них там это... Сочек там, да. Такое. Нет, я сейчас хочу зайти в трубу. Конечно. А, вот трубу, и вот ту херню спустить и попробовать это, раздавить ее. Ту самую, да. Сейчас вот... Да заходи, пожалуйста. Ты же почему трясешься-то? У тебя что? Ты можешь просто подойти к ней и зайти внутрь. Вот так. А еще же можно на самую верхнюю залезть. Вот туда. Там, по-моему, что-то лежит. Мяк. Так, а давай раздавим вот... Ларку. Ну, это я сейчас... Подожди, сохраниться-то же надо. Очень добрый, видишь. Так, а что делать надо? Короче, тут нужно нажать и потом туда резко. А зачем вообще это нажимать? А у меня в тот раз ей как-то придавила ногу, и она сдохла, в общем. Я хочу это сделать. Попытаться. Кстати, можно просто быстро побежать. А так вот в том-то и дело, что она не бежит, она дура. Потому что она начинает сразу ходить пешком. Да. Ну, в общем, суть в том, что иногда можно, почему-то ее здесь прижимает. Можно попытаться. Да. Причем даже если ты стоишь вдали, все равно. А там сюда что надо? Да, наверх. Наверх. Да просто прыжком. А, просто прыжком. Вот так. А в этих трубах ничего нет тоже? Ну, можно посмотреть. Лара, ты можешь? Ты просто можешь прыгнуть? А здесь не надо, что ли? Вот верхнюю трубу может как-то попробовать. Да, точно с той коробки ты, наверное, сможешь прыгнуть. А вот с этой коробки? Ну, не знаю. Вообще, зачем это нужно? Да, действительно, зачем это вообще нужно? Может, и нафиг не нужно? Ну, тогда зайди в их комнатку, в их тусню. Кстати, да, здесь двери нет, то есть нам все равно придется идти через верх. Так. И что-то тут есть. А у меня здесь, собственно, ничего нет, только вот помню, мы тут ладно. А как они здесь тусуются? У них даже вообще ничего нет. Газеты и просто даже компов нет. Печально. Просто газета и стул. Очень весело. Так, надо все осмотреть, но здесь, в принципе, вот это прям ничего. Тусы вообще от души. Веселье безудержное. Ну, здесь ничего нет у нас. Здесь, скорее всего, тоже ничего нет. Там, да, что-то было в верхней, типа аптеки. Ну, аптеки это важно, потому что они очень сильно сжирают у нас жизнь. Давай все-таки попробуем, все равно мы дальше сейчас не сможем пройти. Чтобы ее раздавило. Ну вот, вот такая вот история. Да, это, да, в следующий раз продолжим проходить крепость Страховую, но она уже как-то по-другому будет называться. Она будет называться крепость Пиздецовая, потому что там очень что-то надо все сложно двигать, что-то 7 раз двигать, потому что ну там просто какие-то глюки. 7 раз двигать, 7 раз отрезать, да. Отмерить. Вот, все отмерять там надо. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на паблик. Всем пока!